Бываешь, так лазишь в машине, ищешь, почему у тебя аккумулятор так быстро садится. Некоторые даже меняют на новый аккумулятор. Давайте покажу, что может разряжать. Просто аккумулятор тупо даже, можно не подумать об этом, а это разряжает. Ну, давайте немножко сейчас пробежимся вообще, как замерять, разряжает ли у вас автомобиль аккумулятор, пока стоит она на стоянке. Проводов много, лазит где-то, короче. Понадобится обычно, сам без разницы, вот любой тестер, короче. Дешевый, не дешевый, без разницы. Вставляем тут на амперы, короче, как указывают там по-разному, короче. Ну, ничего тяжелого, все разберутся, короче, не проблема, да. И вроде думаешь, а что здесь можешь разряжать, да? Здесь столько оборудования, свет, дальние габариты, поворотники, печка. Вообще, на разных машинах много-много всяких оборудований, которые можно разряжать. И как же проверить? Ну, давайте начнем просто так из инструкции, как можно проверить. И вообще, из какой ерунды может разряжать, сейчас я вам покажу. Короче, вот открываем капот, снимаем клемму. Минус сняли, можно и плюс, без разницы, как вам удобно будет. Подключаем, короче, вот так, плюс-минус, без разницы, короче, между контактами. Видите, кажет, какой один, это нормально, от нуля там до трех еще терпимо. Если другие показания будут, то есть это уже разряд. Это давайте сейчас вам прям покажу, вот я включу сейчас габариты, допустим. Вот включая, клемма снята, просто через тестер проходит, чтобы поняли, как это все работает. Просто через тестер проходит напряжение, в принципе, нам кажется, сколько разряд идет. Вот все так же подключено, горят габариты. Это кому не знает, видите, ну с таким, конечно, он разрядит, это вообще очень много, 2 ампера там, почти 3 ампера, конечно, разрядит, да. Вообще быстро, габариты. Тут у меня не работают габариты, сзади горят, вот спереди горят. Короче, это кто знает, вот так мерить, короче, там. То есть узнавать, чтобы разряжает аккумулятор или нет. Давайте, вот смотрите, вот все я выключил. Вот сейчас по нулям тоже такое будет. Вот сейчас сигнализацию включу. Видите, когда включаю, смотрю по нулям. Кстати, хорошо, даже по нулям даже у меня. Ну, 0.1 как было, тоже нормально. Там 0.2 нормально. 0.3 даже еще терпимо. Вот давайте, смотрите, покажу, что может разряжать, какая вот маленькая фиговина. Вот видите, идет разрядка. Это уже большая разрядка идет. То есть за сутки вообще может там за двое засадить этот аккумулятор. Смотри, в каком состоянии вообще вам аккумулятор. Тут вот лазит, смотрите, когда у вас идет разрядка, вынимайте предохранитель. Каждый предохранитель отвечает за что-то, да? Это вот за что-то. Вынимаем, один посмотрели, упало, там показаний нет. И как упало, все, смотрим, кому принадлежит предохранитель, и уже ремонтируем, короче, там, чтобы найти. Ну, давайте покажу, что может разряжать. Вы не поверите. Просто, ну, может кто-то сталкивался. Магнитол, видите, вот когда включаешь, да? Ну, вроде все работает, выключаешь, вроде выключено. А вот он разряжал мне аккумулятор, ребят. Вот хотел с вами просто поделиться. Вот эта рамка магнитолы, панелька. Именно за нее, когда она отстегнутая, нету разрядки. А когда она просто застегнута, ну, в выключенном состоянии, она разряжала мне аккумулятор за двое суток. Аккумулятора уже стартеру не хватало крутить автомобиль. То есть, вот так, бывало даже за ночь, бывало, уже плохо заводилось. То есть, видим показания 0. Пойду ставлю эту рамку и выключу, и сами посмотрим, как разряжал у меня аккумулятор. Просто здесь я показал, как вам искать поломки, когда разряжает, проверять. Да и еще показалось, что из-за обычной выключенной магнитоли может разряжать. Такого не было, не знаю, что случилось, но по крайней мере обычная рамка. Все, магнитола выключена, просто рамка стоит. Видите, да, на разряд пошел. Я стал просто рамку отстегивать, и все, и стало замечательно. Обычная магнитольная рамка есть. Вот так может разрядить ваш аккумулятор. Ну, на этом пока. Поставь лайк, подпишись.